Друзья, у нас сегодня игра против LGD. Есть похожий тип. Встреча. Мы вот-вот выдвигаемся на арену. Парни уже в курилочке общаются насчет игры. Вот, у Тэдэнчика и Мира. Мы сейчас будем спрашивать у них. Как ваше настроение? Как ваше? Нормально. Нормально. Проснулись, улыбнулись. Сегодня выспались? Да. Было встать в 10 утра? Да. Да? Да. Паблик уже спрыгнулся? Да. Победа? Да. Победа? Врете, да? Кто из вас врет? Он врет? Проиграл паблик? Нет. Это был не луз. Это был руин. Это был опыт. У меня топ на Алича. Он сломал шмут. Такого не было, кстати. Такого не было, это неправда. Бля, чел, давай ты на мое место просто сядешь и поиграешь. Все, все, договорились. Бля, нам вообще за 5 минут проиграется игра. Походу думать будем. Да. Вы что-то придумали, заработали? Бля. Ну, видите, какой топ. Ты не у тех людей спрашиваешь, братишка. Вообще ничего не знаете. Моя кнопка давай. Отдавайся. А ты что будешь делать? Я буду снимать своих лучших друзей. Подвигаемся на арену. Со мной Магомед Коллапс. Халилов. Я решил сегодня бриться. И правильно. Вот так вот встречают нас. Ну обычно всегда так было, только вчера нас просто в подвал привезли, и мы с парковки поднялись. Ну да. Но обычно всегда так было. Ну, да ничего, прикольно. Прикольно? Ну да. Есть у нас что-то? Вообще нет. Вообще? Понятно. Толстой кожей. А тебе понравилось? Да. Тебе понравилось? Нормально. Зашли в наш practice room. Вот. Стандартное место, ничего не поменялось абсолютно. Даже тот же practice room вроде, тут всего 4. Вот мы в одном из них. Ждем игру Bad Boom Azuray. Сейчас как раз ребята играют вторую карту. Ну, кого я не выберу, они проиграют. Да? Ну вот выбери, кто выиграет. Ну если я выберу, они продуют. Ну давай. Но мне кажется, Bad Boom выиграет. Секретное место наше, курилка, на нас даже здесь нашли, поэтому шансов нет. Thank you. I hope you win TI. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. Три вопроса у меня к тебе есть. Я пытался поговорить с твоими тиммейтами, но они сказали, что это к тебе. Они очень хорошо подстраиваются под пики соперников, да? То есть они панят. Нет. Паны разные. Дело не в этом, я считаю. А в чем? У них есть просто свои идеи. Как когда-то говорил Селвин, что еще на том менте, на 10-м, у них есть идеи на каждую команду. И я думаю, здесь у них примерно схожий подход. Ты же понимаешь примерные баны первые по 20. Типа инчаска, если вылететь. Да, как сказать, какой... ну, скорее всего, но не факт. Они ее тоже брали, могут и попытаться украсть. Ага. Это также, кстати, фишка Ксяо, он любит иногда подворовывать героев. Подворовывать. У команды противника, да. Вот. Есть какие-то у них слабые стороны? Вот смотрели демки, готовились. Может быть, они как-то плохо перемещаются по карте в мидгейме. Может, у них планинг чуть слабее, чем у вас. Или ты не замечал ничего такого? Нет слабых сторон. Нет слабых сторон. Нет. И у вас нет слабых сторон. Будет, то есть, игра... У нас есть. Кто? Или что? Кто конкретно, да? Имя? Давай, Калиф. Выключи видео. Да, я не знаю. Prediction 2-1. За ваш. 2-1. Сейчас мы идем в наш warm-up room готовиться против матча с LGD. Они готовятся, ну. Что? Ты меня запутал. 1xbet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, вводи промокод 1xts и получай бонус на первый депозит. Окей, thank you. Нормальная тема. Позу. Надо дым нужен, дым. Вот, okay. Дым пошел. Ты когда выйдешь, делаешь так? Вот так? Ну да, то вот. Немного, вот так. Нет, спасибо, я пошел не долбоеб. Не буду так делать. Кстати, они же теперь не французы. Да. Так, сиди. Combinations we've got coming out. How much? Он вышел, врел.
парень, чуть-чуть чил, китайский йода. Парень, я настоящего свапнул, парень. Долуй тебя, долуй, долуй, парень, убей, пожалуйста. Добить, добить. Добить. Ультуй сюда. Еще тычку, еще тычку. Хорошо. Парни, я апнусь БКПшкой. Давай, давай, давай. Парень, вот кентавра просто добить. Давай, аккуратнее. Я не могу, я в сайленсере блейде. Его добьем, парни, и дальше можем. Кирки опять БКП, если что. Парни, дальше можем. Вот он не может выйти. Парни, смейте. Не могу. Паги, помочь парни, уже? Чил, чил, чил. Отойти, отойти. Моя иллюзия разъебилась, я в хексе. Мне боюсь. Гой башится с ними. Парни, тинкера на крест поймал. Давай, давай. Парни, у меня пейбэк будет. Парни, тинкер без БКП. Ультанул, ультанул туда. Давай. Парни, я... Хорошо. Мне надо помощь. Мне надо помощь будет. Я лечу, парень, я лечу. Могу убьет, могу убьет. 8 секунд. Вот тут, закарил. Так, а можно добить парня? Меня убили, да? Надо промочь в этот камп. Все, парни. Парень, я выжил, выжил. Вижен, парни. Вот отсюда идут докеры, парни. Вам надо выходить, вам надо выходить. Нет, парни, гол, гол, в портал, прыгнем. Давайте, давайте. Выходите, просто убегайте. Парни, я просто хуярю. Парни, тинкер, 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 парни. Я продлю, я продлю, я продлю. Где тавра? Парни, я убил тинкера. ЦК, 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 парни. У меня БКП, парни, у меня БКП. ЦК, добить, блядь. Ты жрёшь? Я, парни, я живее, блядь. Короче, я уверен, я должен захуящить трон. Вот я уверен. Сейчас мне трон погибло. Парни, все, 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 я хочу трон. Тогда под крестом сейчас. Да, да, да. Понял меня, чел? Я пока окей. Они хотят драться. Парни, я буду давать все. Парни... Бля, я не мог поймать. Парни, надо отойти. Маги, маги надо. Маги не выйти, маги не выйти. Отойти, 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 отойти. Ярик, можешь выйти? Пытаешь. Мир, выходи еще ты. Чикен Тауэр, Винксвелли. Парни, смотрите его, я вот его парни дизайн. Давай, 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 давай. От маги умрет. Парни, я где? А, вот, вижу. Он без байбека. Парни, тикер. Парни, тикер, тикер, тикер. Давай, давайте, давайте. Иллюзию убить? Иллюзию сзади помочь. Не-не-не, парень, я трон иду. Ладно, иди, удачи, иди. Ярик. Бега. Давай, Ярик. Удачи, Ярик, выжечь. Я сильнее, но. Too much for them at the end of the day. Is Magnus gonna become the hero of this series? It could definitely be. I mean, we saw what LGD was able to do with... Очередной. И стали вот это, знаешь, эту хуйню в трон бежать. Давайте, блядь, сломаем в любом случае. Ты по эмоциям спокойненько, да? Это такая простая игра. Подрака, где мы проиграли, просто они чуть-чуть варп поставили в центре так, что наш оп-центр до их не доставал. И они чуть-чуть видели, вот когда нас разъебали там, они просто, ну, хотя там и прыгнули не очень без креста. Магнус прыгнул. А, вот это ракет? О, да, вот это вард справа. Он там показывал участок. Там пару мисплеев было в начале, когда я даю крест, а мага вывозит. Мы два раза так проебали. Но там на самом деле он сказал, что парни сейчас буду вывозить, смотрите, там надо было через Магнуса играть. Если да, такая инфа была, по идее. Они просто на самом деле варп поставили, и получилось как-то так, что в моменте и мы прыгнули, и он хотел прыгать под гримом, и он шарда сразу с него все это снялось. Вам не очень показалось, что типа Кент это все равно типа сильнее пик был для них, чем... Чем Брю? Мне на секунду так показалось, потому что... А вы не думаете, что против Кент, против Кунки он просто будет прыгать и в корабле стоять? Выиграли, я думал, просто против Кента проще драться намного. Jesus, Spirit LGD, dude. Even if it's a different LGD, it's kind of the same spirit. It's pretty close. It's like pretty different LGD. It's just, it's beautiful. It just makes you, if you're not addicted to Dota, you watch a series of Spirit LGD, you're gonna be addicted to Dota again afterwards. Like, it actually just hooks you back into it. Good lord. Fucking Magnus, dude. You just can't give collapse Magnus on any patch. Парни отправляются на вторую карту. На самом рекорде. Как вам первая? Полидол? Ну и дед, лет. То есть вообще изначально такой, знаешь, флешбэк был на прошлый инт. В целом, ну не на прошлый уже, на позапрошлый. Но в целом, после того, как Тинкер почему-то не стал собирать шиву, безусловно. Зарашил огонь. Типа, да, да. Ну, это типа была имба для того, чтобы он думал, будет получаться к дракам, да. Но драк было изначально не так много, игра была довольно затяжная. В итоге по фарму у него было все так не густо, и плюс Кунка кораблями полностью
Да, ну короче. И выйдет, дэмэдж от Тинкера, поэтому. Но в целом нет, игра была, брать не буду, игра была валидольная. То есть мы тут похватались за голову. На у меня нет славы дэйбу. Вот, но в целом. Скоро у меня тоже были уверены. Не будет. Скоро. Короче, да. В целом, да. То есть игра была сложная, безусловно, потому что это LGD, это финал виноров, по-другому быть не может. Но мы были уверены в своих. А Магнуса вы планировали? Да, это как сюрприз секрет. Магнус, да, это заготовка. Все. Но это еще не последняя заготовка, ребят, так что. А, вот на что. Я дам по тебе корабль, стой. Парень, пока Магнус не может показать кнопки. Парень, мне пока нажали Doom, но у меня есть. Я их разъебу, парня. Я вот убил Магнуса. Я убил Спектр, парень. Я сейчас треснусь, я их убью. Сказка будет. И доктор будет вас ебать, парни. Парни, я их отъебу. Живешь. Бля, ебаный лакер нам. Я не успел отойти от Магнуса просто. Парень, я по Думам. Да. У него рефрешер еще, парень. Я хочу Дума, парня, убить. Хорошо. Я Дума разъебал. Рил спектра на меня. Я помогаю тебе. Без манты. Да, я ее убью. Просто убить ее нахуй, да. Мира еще стритут. Вода, парни. Вода убьешь? Гол. Бейте вода. Да, его иллюзию убивать. Я же говорю, а каким это имба? Парень, надо сайт. Слушайте, парни, у Дума нет, скорее всего, байбек, он плюс рефрешер. Бля, вот оно везде. Ну куда, ребят? Мага, иди. Магнуса. Убейте иллюзию. Парни, пушите. Сейчас. Меня полетит. Или вас ватер, Мага, давай. Бля. Мага, ты чё нахуй сдох? Мага, твой топ, Илюх. Давайте. Мага, всё правильно. Надо выйти. Нет, эй. У меня, парни, хп, видите? Это же у него нет скилл, у него нихуя нет. Он не может ничего нажать сейчас. Верни. Так, Илюх, парень, чуть чил. Настоящая на мне? Парни, я настоящую тут утонул. Да, я вижу. Она вышла пока? Нет. Да, недалеко она вышла. Нет. Ой, нет, это настоящая, парень. Я ее разъебал. Я не знаю. Еще героя. Да, уже какая. Да еще не какая. Все. И так оставит, это женщина. Ищи. Они там до завтра, скорее всего. Там 7 футболок, везде расписаться. Почему я на испанском? Мне за ним? Тебя не взяли на 3? Новости. Тебя не взяли? Я до этого давал 2, до этого еще давал 2. Поэтому я попросила, чтобы ходил по мне 3. Можем пойти курить? Согласен. Как вам игра? Ярослав Непрошка найденов. Да что у нас классный получился, очень пик. Первая карта, что, давай про первую. Интересно. Да блин, что-то я говорю, давайте рекорд поставим, типа долго поиграем. А они такие, да нет, давай закончим, давай постараемся закончить. Я такой, ребята, вообще, типа, ну, шоу не любите устраивать. Вот мы уже там играем что-то 1:10, я говорю, ну вот осталось приезжать сколько там, минут 40. Да, ну, рекорд бы замутили. Они такие, ты что, дурак? Мы тут вообще-то на победу играем. Ну, я такой, ну ладно, что, спорить-то я со всеми не могу. Так, а вторая? Вторая уже там, ну, у нас очень хороший получился пик, прям вообще плюс-минус. Они нас тоже немного удивили, вот мы там планировали одно, но они сделали так, что мы не смогли взять. Пока не могу все рассказать, потому что мало ли, там какие-нибудь китайские шпионы, которые смотрят наши влоги. Поэтому они довольно тоже нас подловили, но мы неплохо построились. И в итоге считаю, что они, может, где-то даже себя передумали, и у нас получился очень хороший драфт, ну и все. Ладно, а Магнус и ЦК, это были заготовки? Вы изначально планировали? Или тоже нельзя говорить? Это далеко не единственная наша заготовка. Конечно. Чтобы вы понимали, я утром подхожу сегодня к Маге, спрашиваю, что, какие-то сюрпризы будут? Без камеры просто спросил. Он говорит, не, ничего не будет. Оказывается, парни вчера весь день готовили Магнуса. То есть даже мне ничего не рассказывают. Он его всю жизнь готовит. В любой момент там можно разбудить. Ну, типа, дать мышку с клавой, он сыграет. Это коллекционная. Она пойдет по интернету, так сказать. Я дарю вам вот эту штуку. О, серьезно? Спасибо большое, спасибо. Супер, спасибо. Фанатам привет. Тут мне ручку свою. Спасибо. Ребята, мы тут в меньшинстве. Китайцев тут очень много. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте спиритов. Я знаю, что они читают комментарии. Мы тут вас очень любим, скучаем. Хотим, чтобы мы запланили весь, блин, всю арену и поддерживали их. Коллапс нереально вытворяет. Мы пикнули Магнуса. Ребята, let's go. У нас такие вот фанаты. Это классно, это круто. Спасибо большое, ребят. Спасибо.
Мы вернулись в отель, парни убежали сразу же кушать, они очень устали, эмоционально вымотались. Поэтому увидимся завтра. Завтра у нас матч в 14:00 по местному, немножко раньше, чем сегодня, но у парней режим уже налажен, в принципе, это не будет большой проблемой. Вот, играем против неизвестной какой пары, но парни сказали, что они очень хотят играть против гладиаторов. Но поживем и увидим. До завтра. Приехали на арену. Нас встречает огромная толпа фанатов. Даже страшно дойти на самом деле. Spirit! Всем. Никого не пропустил. Шутники там собрались. Лайкер Херкат. Говорят. Че, тебе скоро тоже такие комплименты делать будут? Прям сегодня, да? Скоро. Ты че, ты плачешь? Да. Игра против КГ? Какая сильная сторона КГ? В принципе, у них... Они, ну, поймали кураж. Чувствуют прям, какими героями они хотят играть, как они хотят давить, темповать. Вот есть у меня пара идей, как мы будем отвечать. Там, на самом деле, в Дрочи не так много кэр-героев. Ну, они, в принципе, все сузили, как в целом. Да, и у них прям... стараются именно подбирать тех героев, которыми у них будет получаться именно давить. То есть, как видно, у них довольно быстрые игры. Каждый они ставят старта преимущества. Вот, и, собственно, это вся их идея. Ну что, как мы будем отвечать на эту идею? Сильнее ланинг делать? Блин, ну, как получится, конечно. Сложно пока что-то предсказать. Но я думаю, будем стараться каким-то темпом на темп отвечать. Ну, как-то так. Вот, подай, ну, давайте, Пугна лучше, блядь. Мы расстроены, что не выиграла Пугна. Почему? Мы все болели за Пугну, считаем, что не выиграл костюм. Выиграл Алхимик, да, но не сильно хороший костюм. Но уж выбор судей могли бы присудить и Пугне. Я бы лично подарил ей сундук Пугне за то, что она... Старалась. Да, мне вполне, реально мне понравилось, прикольно. Просто, знаешь, такой офигенный, офигенный мемный вайб. От этого еще. Это очень мало показали. Пойдем. Хотя бы модельку показали какую-то. Причем, кстати, герой очень похож на злого, на чувака, который стреляет. Какое-то говно сейчас. А это будет перри? Я думаю, это будет мид, а потом саппорт. Ну, он же кукловод, значит, скорее всего, герой троллер. Любой герой мидовал, потому что он имба ебаная вначале. Да, да. Так ты можешь его обузить. Да, ты всегда берешь просто там как можно быстрее левел, у тебя нюки всегда спутниковые. Да, овер бахнут и нюки. Да. Как настроение у тебя, Денис? Да, обычное настроение. Ну, да. Я не сказал бы, мне похуй, если честно. Я не сегодня, скорее всего, заболел кунг-фу, потому что у тебя 5-0, если не ошибаюсь. 5-0 на кунг-фу? Wow, bro, is that you? Ни одной игры не проиграл. That's me, guys. Адмирал Сосалова. Адмирал Александр Пустилетов. Магнуса покажем? Да. Реально? Я не знаю, что ты меня спрашиваешь. Все, старт у нас через 10 минут, поэтому мы идем на уже построение, и парни будут выходить. Ага. Это мага, начинай с него. Это вот гладиатор, мой блядь, пират, я гладиатор. Здесь есть некая традиция, на каждом финале нужно расписываться на стульях. Белюха должен сожрать нахуй. The final battle begins. Let's go, Spirit! Let's go, Spirit! Форма закончилась, чего? Парни, я иду в суицид. Давай, ПЛД, парни, ПЛД. Да. Помочь вам я не могу. Мишка, парень, Мишка, пакетник. Я добью ЛД. Я добью. Вот еще Гира, вам набежит. Я бегу за Гира, я бегу за Гира. Ракета? Напись. Парень, Гира умирает. Гира умирает сейчас, если что. Я далеко пока, Илюха, от себя. Все фэн. Ай-яй-яй. Да не, все. Выходит, смотрите, потихоньку. Боя трахается, наконец. Парни, если нападаю. Давай. Поможем тебе? ЛД, 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 ЛД. Давай. Я сейчас этого вижу роли. Давай.
Подальше, парня. Мэрту. Го, выносим. Под Шугира попробовать. Мы сейчас Торментора можем убить и забрать. Сейчас Торментора, го. Я панго убиваю. Я убил панго, убиваю медведя. Я дерусь. Да кто он умирает? Медведя убил. Багира, Рон, много Багира. Я им парня пиздаю. Да, им пиздаю, тоже думаю, что. Эту хуйню сначала, потом вот эту. Ага. Хорош, парня. Хорош. Ура, килл сделал. Найс. Хорошо. Бля, надеюсь, они еще раз пикнут ЛД. Первый нах. Первый нах. Еще две, да, получается? Ну, посмотрим. Может, три. Ну не. Может, четыре. Там стоял вард на одной горе, да, и на второй горе. Это я прям чувствую жопу сейчас. Тут напрягут. Вот у нас там был скат, я уже типа жму, и ты прям берешь в них, знаешь? Это всегда все очевидно. Там на варде на другой горе вард был. Короче, Мир, ты когда поставил сентри, он за 5 секунд до этого упал. Когда у них в тройке, ты такой, я сейчас сломаю. И там вард стоял, и на другой горе вард стоял. Без хуси как будто обошлось. Да. Они вообще, да. Самый спокойный. Дали нам комфортно пейки, дали. Приятно. Да, наши балис, они драться, короче, любые. Но сейчас будет чуть по-другому, да. Они точно из НПП, они будут брать Вибера, либо ЦК, либо что еще у них там пуля. Я бы и того. Смотри, Бристлбэк, все знать, можно обыграть, как обыграть. Мы можем отдать им ЦК, взять ББ, либо отдать им ББ, взять ЦК. Да не, ну они же просто забанят или возьмут ЦК первым, а ББ ЦК нет. Верю, что у них слабый прямо убийц. Да, еще плюс правило писта, что ну, им сложнее набрать импу на тройке. На тройке на битву уже будет. This game too feels particularly important. Илюха первый. Ага, я стыка. Праймал? Найс. Парни, смотрите, ему хуёво под этим подбивать. Мне, возможно, понадобится помощь. Парни, смотрите. Я маги помогаю. Дэмэдж. Морф умер, парни, ВК умирает. У меня есть... Я могу на него поставить. Но пока парни, что... Парни, ебите его. Мага, нет! Праймала поставил. Хорошо. Парни, ты... Убить? Тиона, мага, живи. Блять, я сам съел. Как меня заявлю? А? Роша okay. В топе, парни. Портала убьем Рошана. Так чуть-чуть чил, чуть-чуть бэк. Мару ВК бегут. Я им дал дилейшн там, магичку помочь. Мага файн. Парень, это рил мод тут. Да. У ВК 0 маны, парень, 0 маны. Окей. Можно еще подраться. Я вот вижу таргет. Я насмоканул уже. Парни, протушки еще и вот под вак можно посмотреть. Они вот здесь, парни. Смотрите. Готовы. Здесь еще ВК. Специально точно пиздец. Нас ты пока заревелили. Парни, смотрите, меня прыгнули. Бля, Илюх, ты очень далеко от нас отделился. Я файн, вроде. Парни, ВК еще умрет один раз. Им очень хуёво всем. Можем добить их, парни? ВК... Бля, не добили ВК. Связал внизу. Дай мне Фурион. Ира, дай мне третий. Как будет? КД один. Фуриона, парни. Смотри, даю, Илюх. Давай. Я убиваю Фуриона, парни. Бафай убил. Убиваю Морфай, убиваю ВК. Там склеты добавили. Руна счета в топе. Парни, меня пиздец ебут. Но ты далеко слишком. Меня убили. Вы можете драться, нет? Мне помогать. Дам. Парни, да морфу тоже хуёво. Морфу хуёво. Морф настоящий. У меня маны мало. Здесь это морфа. Ребят, морфа пока. Парни, ноль маны у этого праймала. Морфа хуячите? Меня убили, парни, двое. Хорошо. Дай нам помочь. Ага, дай нам вред. Так, ну мы тут не можем, да, уже? Не. Я был этим нахуй, Ярик. Вот, Фурион. Он без байя. Парень, я на двоих поставлю тут. И что, пока вы, такое? Смотри. Одного убил. Он без байя. Парень, гоу, можем просто закачаться сейчас. Марфа, да. Я убил Марфа. Парни, ВК можем? Я ВК хуя чем подскажу. Я тебе линку дам, можешь идти просто. Да, ему пиздец. Там не сыпь, ба. Пиздец. Готерметра. Жутко, я... Ура, умерла, блядь. Я ты два ломаю. А вы чё там? Вы разъебали там. Подожди, не. Лёг, я умру сейчас. Качивается. Я убил Марфа, убиваю Праймала, у него гем, парни. Надо гем забрать. Я забрал гем, бегу на Мэрту. Взорви!
Вижу, вижу, вижу. Хорошо встал. Конечно, я профессионал. Курион тэпнулся вот тут. Пробую вывести вообще. Да, вывозите легкие таргеты, парня. Курион убить. Давайте, давайте. Бля, мне еще на фиграунде осталось. Я тебя пошли могу. Я тебе буду помогать, Мага, не бойся. Ты файн, ты файн. Парня, делаешь еще. Подождите, парня. Тут разъебать надо, парня, тут разъебать надо. Девайшн трафет. Я разъебал, парня, морф умер, морф о, умер, поебать. Хорошо. Давайте. Парня, пока еще? Такой? Я ВК убиваю, но не убиваю пока. Ой, так, у меня ППС нету. Парня, все лагает нахуй, парня. Рэпэдж, рэпэдж. Сними, сними, сними мира, сними мира. Ты враг все добираешь. Парня, бегу за Майорты, парня. Мира! Вижу, вижу, тебя Патя просто лупит топором. Я сделал. Ура! Ты сделал? Я не сделал. Ага, написали. Ага. Хорошо. Вы видели этого лучшего керри? Я просто сидел и умирал, блядь, по КД. Это правда. Это правда. Чел просто фидил, но команда потная, ему везет. Ну. Что скажешь? Стандарт нинча. Ну, я на самом деле в это не тащил. Не, были драки, где ты наносил прям больше всех урона. Да? Типа там, да, 7 тысяч. А тут в этой как-то непросто получилось, знаешь. Там, блин, Муэрта долбанная ставит на меня поле. Ну, я не пью, сало ловлю. Да, да, ВК да. Умирает, если, то опять я не двигаюсь, не могу нормально бить. Праймал постоянно что-то катается, надо его как-то, ну, да, контролить. Да, они пытались героями тебя закрыть, на самом деле. Блокурион только ничего не делал. Я ему там пару плюх прописал, но Мага там решил его просто пропустить. Там внизу была драка, был прикол. А, да, я его такой вижу, фуру, я говорю, я его убиваю. Бью, 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 он спрятался в лес, а мне как-то в пану в него прям входить, бежать. И Мага такой, оп, мимо просто прошел, просто мимо. Да, просто мимо. Я вообще гордо. Давайте без повторения. Здесь ПФС. Десятого? Да, типа да. 2-2. Можно. Давайте без куни. Можно, можно попробовать. Ну, сейчас у нас ФП, так вивера не будет. Ну, и можно и не ФП еще взять, конечно. Что сделать? Ну, можно? А что, если нет вивера, то что мы делаем? ЦК можно взять ФП? Тоже нормально. Также пиздим у них, да, что мне нравится. И у противопола, ну, ну, ЦК пизда, так вроде танцы. Надо только не допустить, чтобы Феникс был. Остальные пофиг. Ну, мы Феникса баним седьмым, пикаем ЦК. А чем ЦК мы сразу забанили, кутку взяли вивера. Они, Брислбек, Бару, вот это молодцы они. Пусть та же банят. Но они сейчас опять забанят Магнуса точно. А, они на Праймала забанили. Ёбаный в рот, это да. Просто нам подарок был. Короче, если берем ХП, можно реально попробовать выйти ЦК, потому что сейчас они забанят вивера. И останется какой-то здесь 4 героя в пуле. Вот такой момент. Ну, они же заменят кого-то, значит. ЦК против Бары – ок. ЦК против Брислбека – тоже ок. Но я думаю, Брислбек все равно, ну, как-то, наверное, лучше желательно исключить. Сыграл нормально. Два момента вот только, когда мы в другую часть карты далеко прошли. Там надо как крыса, как какой-нибудь Микки, за реку не заходить, спокойно троечку. Не, он, когда вот ты пошел бить этого еще, типа, по Куриону по голове, я такой думаю, бля, морф уже бежит в топ, чего сейчас будет? Я, короче, там будет я, погоня, я там фокус потерял, я не увидел морфа в миде. Я типа думал, я выйду просто... Мид пошел на руну. Варды куда поставили старту, и Курион внизу забанил кем? Апсом, Ярик. Где наш этот... Самый нижний, маленький? Самый нижний, да. Маленький? Нахуя. Не знаю, апсом. А второй нам на миде сни... под нижнюю руну на ХГ поставил. Гудлак, гудлак, мужики, давай. Ага. Не ходим. Парни, там, все там. Да, вот, ничего бьет, да, буквально. Вот они бат поставили, а просто зашли. Нормально. Парни, спектру, 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 спектру. Хуёво давит. Ух ты, аппарат, спектру, парни, спектру, бейте. Я бегу на неё. Я застанил, парня. Я её ебашу. Мага, сейчас будет тебе шаг. Я тебе тут даю. Давай. Парни, можно тебе... Можно, можно, у тебя аппарата нет, они не фейм. Медвежат, медвежат, парни. Разъебать, ласт. За ним полетела хуйня. Парни, панка, смотри справа, без ТП, без ТП. Без ТП, без ТП, парни. Вот там вот отрезай, Мага, снизу. Да-да-да, я отрезаю. Тут парни, вот. Замах на тому. Хорош, парни. Просто писал. И не пизай еще. И бейте, и бейте, и бейте. Я полетел, бот разрушил. Да сдохни ты. Я вышел, парня. Я тоже выхожу. А, я не хочу. Надо ЦК помогать. Переждать, что аппарат такой.
Найди парня спектроечный. Я не переждал, я не переждал. Я вот нашел, дал ей стан парню. Парень, я летаю. Парень, можем, еще можем, еще можем. Дэна может помочь. БКБ еще у Дэна есть парня. То есть он нормальный парень. Парень, Дэн, пиздец, помочь. Сюда, сюда. Дэн, их ебет, парень, пиздец, ебет. Аппарат, байбэк. Дэн, сейчас еще помогу. Дай мне третий, дай мне третий. Нету, нету. Бей. Бля. Ну я пытался, окей, но слишком нормально, на бай, это заебись. Немножко, конечно, криво, но... Нажимай КП. Я бегу с сильвера еточку давать. Ой, надо выходить после, вам да, надо да, выходить. Да, 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 чуть надо. Я тебе еще, может, могу помочь. Да, сейчас мы их тут еще, может, из себя. И пошло, бля. Я бегу, как могу. Бить блинк. Покажу иллюзиями. Обоссать я вам, нахуй. И слушай, парни, базу быстро, базу ебашу. Сентрик стоит, и варта стоит. Надо ломать варты. Может сломать кто-то? Ой, я сломаю, парни, один. Магу, 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 пока сцепили. Маг, я тебе дал. Парад, стоп. Парад умер. Варта бей. Мага, варта бей. Не спешите, не спешите. Да, мило, все. Чуть-чуть уходить. Парни, надо пока бэк. Дам линку, дам линку. Мире есть что-то помогать чуть. Парни, вы смотрите на брюшку. Парни, вот брюшку. Парни, парад, 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 парад. Бегу, 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 парад. Илю, у него ульта есть. Ай, чуть-чуть, просто. Парни, отойти, отойти. Все заебись, маги чуть помогать. Все нормально, парни. За мной, за мной. Парни, за мной. После ульты можем, после ульты можем. Хорошо, парни, я уже буду помогать. Парни, лучше, лучше. Маги, маги, надо помочь. Помогу, помогу. Меня поднял. Парни, связал двоих. Парни, Копанга, Копанга, смотрите. Бери. Дал, 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 Копанга. Панга убил парня. Маги, парни, спектру, спектру, дал этот, брейк. Не пить. Танц. Пить. Еще парня. Да. Ебать там. Парни. Парни, прям. Я вот догоню, я вот догоню. Гони. Давайте. Парни, убить. А ты види, просто его пиздец силач. Парни. Ча, дам платформ. На. Я его убил. Парни, на мне спине. Не могу пока помочь. Да. Да, хорош, да. Благо. Ладно. Просто в трон. Брюшек, смотрите, будет. Ну, убьем просто парни ему всех еще. Нет. Пока трясай. Ломаем нахуй. Парни, они будут доталово играть, парни? Конечно. Мы тоже доталово играем. Можем трон не ломать, просто им все сломать. Да нет, парень, что 70 секунд, она без воинов. Да я имею в виду, знаешь, когда они сами как это пишут. А самое нахуй, будьте делать игру, ребят. Парни, го ломать. Давайте. Если приультанет, просто перекайте. Пиф нажали. Так, пока распушим. Че, Мага, я тебе просто хакнусь под брюшкой, ты что думаешь вообще? Ты же уёб. Давай, не подожди. Смотри. Ага, пока сняли. Не, забейте. Я выйду. Вязал просто, если пока. Нет, глифа нет, парни, есть ещё. Парни, вы мне держат. Мы трон можем фокусить? Да, можно просто его убить. Да. Во всех остальных? Так, парни, я хайчу рту. Это ластовая, да? Это ластовая. Подождите, ломаем. Да, парни, просто убейте селлари, умоляю. Да плохо. Как игра? Хорошо. Он так хотел поднять, отдал Дэну. На самом деле, правильно сделал. Эй,
Ну вот, ребята, и выиграли, значит. Мы увольняем, кстати, нашего оператора. Теперь его меня. Да. Потому что он будет теперь лысым, и он не сможет нормально работать. Я буду новым. Все, я устал играть, буду снимать. Я понял, что это работа мечты. Я наслаждаюсь ареной, людьми, которые уже уходят. У меня флешбек 2017, где я плакал на этой арене. Когда мы вылетели. Сегодня другой день, другая история. Сегодня плакать тоже хочется, правильно? На самом деле нет. Слишком хорошее настроение для того, чтобы плакать. Слишком хорошее. Уважаемые друзья, молодые игроки, если вы хотите за год выиграть International, welcome Team Spirit. Так, мы сейчас идем на красную дорожку, да? Нет, забыл так. Мы сейчас обрытие идем. Да. Помещение арендовано. Ебать ты лох, это пиздец. Чел, ты представляешь, сколько ты ебаная лошара? Мужики! Выиграть ряд и подряд, как это, ну... Ну, ща посмотрим на твой череп. Мы едем на лейт-найт-шоу. Не вижу твою радость. Я устал. Добрались мы. А куда идти? Да на самом деле, чего расслабляться-то? Нам еще год ебашить. В плане, принята надо? Конечно. Ой-ой-ой, как там все выглядит? Нет, конечно. Как твои впечатления рассказывали? Насчет победы? Первый. Да я пока не верю, на самом деле, если честно. Но сегодня ночью мне снилось то, что я лысый. Я проснулся и почти плакал. Я не шучу. Я был в холодном поту. Да еще Слав, волосы быстро поставили. Впечатление, ну, это, я не знаю, не могу описать слова. Вот вы второй выиграли, да? У вас, наверное, полегче? Или как? Ну, нормально. Ну, типа, да, обычный понедельник. Хочется, чтобы перелет был не такой долгий. Домой. Домой? Да. Телепорт. Кого это? Вчера быть никем, а сегодня звездой. Отстой. Видишь, что со мной делать? До чего я дожил? А мог бы сейчас домой поехать. Да, кстати. Скайп потихонечку. Лежать спокойно. Выпить там пиво, налезть спокойно. Ну, да. И погрустить немного. Можно, мог бы вообще пить пиво на протяжении турнира. Может, еще что. А в итоге, вот, чем я занимаюсь. Заслужил ли я это? Не знаю. Хотел бы я этого? Тоже почему не уверен. Все, парни выходят на сцену на лейт-найт-шоу. Все будет на стриме. Они очень довольны, очень счастливы. После этого пойдем в отель брить меня. Вот в этом можете не сомневаться. Team Spirit! Добро пожаловать! How did you go from как Laurel? Вот ты перешел от Ларла, который полгода назад был, да, вообще, no name, к Ларлу сегодня? Как вот ты рос, да, который выиграл TI, да, совершенно, который выиграл TI? Я думаю, просто время нужно. Нужно просто подождать. Я всегда знал, что я стану лучшим. Мне просто нужно было набраться терпения, и все придет. Так, все готовы? Is your TI 12 Grand Final Champions? Чемпион игра финала Team Spirit! Yeah.